Мне кажется, у меня сегодня так быстро подошел хлеб. Ну, вот реально быстро. Я его во сколько поставила? 11, а сейчас с 11 до 12. Ну, нет, не быстро. Или с 12. В общем, мне показалось, что быстро, потому что я была занята делами. Посмотрите, как хорошо подошел хлебушек. Поставим его на выпекаться. 15:46. 16:46 он будет готов. Ну, а сейчас я закипятила чайник и хочу заварить себе вкусного чайку. Как-то у меня топорщится это, как она называется, рубашка. Мне даже буквально вот недавно написали: Олечка, Олечка, мы тебя поздравляем. Мы видим, что ты беременная. Нет, успокойтесь, я не беременная. Я не знаю, что за лютое желание у всех сделать меня беременной, кроме меня и моего мужа. Это хотят кто угодно. Все хотят сделать меня беременной. Парадоксально. Но это факт. Непонятно, что за желание. Так, что это у меня? Высокогорный какой-то. Сейчас все намешаю. А, это чабрец, который Леночка давала, привозила. Это высокогорный. Сейчас посмотрим, все вместе у меня тут будет. Ага. Это фруктовый, сюда я его не буду сыпать. Это отдельно он вообще заваривается, будет вкуснее отдельно. Так, дальше. Лимонграсс пошел в ход. Иван-чай. Я люблю вот так смешать много. Мне нравится. Вы знаете, у меня уже появилось стойкое ощущение такое, что мне пишут по поводу того, чтобы я забеременела, только для того, чтобы... Это даже... Ну, это никто на самом деле не хочет, и никому это не надо. Это пишут только для того, чтобы как будто бы меня взбесить. Я это поняла, потому что люди видят, что разговоры о личном я воспринимаю, ну, как вот, ну... Ну, это выглядит, как будто человек, ну, не понимает, да, что есть личное, а есть там мой блог. И пытаются влезть всеми правдами, ой, и это мята, неправдами мне под шкуру. Вот, только для этого пишут, мне так кажется. Потому что на самом деле всем глубоко наплевать, у кого сколько детей. И это даже бывает, знаете, еще от чего, мне кажется, от того, что у человека, в принципе, больше нет фантазии задать какой-нибудь более оригинальный, интересный, актуальный вопрос. Есть такая категория людей, которые плохо соображают, и у них единственное, что всплывает в мозгу при встрече с другим человеком или глядя на другого человека, это сказать, когда родишь ребенка, все. Там. И больше поговорить им, в принципе, не о чем. Вот в чем проблема. Мы, говорит, вас поздравляем. Я говорю, спасибо. Он говорит, так вы беременны. Я говорю, ну вам же это лучше видно, как я поняла. Она говорит, так что, вас поздравить можно? Я говорю, поздравляйте. Она мне снова пишет, так вы что, беременна? Я говорю, ну вам же виднее. Ну вы же меня поздравляете, значит, вам виднее. Она говорит, нет, ну вы мне скажите. Я говорю, зачем? Если вы и так все знаете без меня. Мы уже это выяснили. Вы и так все знаете без меня. Не удивлюсь, если она через год это же самое напишет, что я куда-нибудь ребенка в детский дом сдала какого-нибудь. А у нее уже будет в голове, что я беременная была, понимаете? Такие есть. Меня смотрят на протяжении там 2 лет и пишут, а ты же вроде бы родила. Я говорю, да, родила 16 лет назад. Нет, а вот, говорит, недавно. Я говорю, было как вчера. Помню, как будто это было вчера. Нет, ну вот же ты была беременная. Я говорю, да? Угу. Ну, говорит, ты родила. Я говорю, нет, ну если вы знаете, что я была беременна, значит, наверное, знаете, что я, наверное, я родила, не знаю. Чего ты, говорит, прикидываешься? Ты куда, сынок? Как в школу? Зачем? А? На математику? Я думала, у тебя уже все закончилось. Тоже так думал? Ты можешь говорить громче? Нет. Я так не думал.
Ну ладно, ты надолго? Да. Как это? Насколько? 40 минут? А что ты в этот раз груши не кушаешь? Ты же их любишь. Сейчас, секунду, поцелую его, чувствую грустный. Я так ем, чтобы губную помаду не съесть. Класс. Я, кстати, чай заварила с ног. Вкусный. Идем к ним. Вкусная груша, реально. Конференц называется. Беги они. Длинные, невзрачные, но очень вкусные. Всё.